нанес грунтовку, три слоя. Грунтовка у меня марки MIPA, немецкая. Это двухкомпонентная, то есть внутри два баллона, нижний разбивается отвердитель, в него вставляется такая пробка, переворачивается баллон, нажимается, он там взрывается, и отвердитель попадает внутрь грунтовки и потом размешивается. Эти колпачки продаются разные, под разные цели, разной ширины, разные подача, давление и так далее. Вот. 30 евро стоит такой баллон, но стоит он 23, но плюс доставки 7 евро, вышло 30. Очень доволен, очень, такой как у меня была рама и сейчас как она выглядит. Он очень твердый, эта грунтовка очень твердая, вот поэтому надеюсь, что на нее ляжет миповская краска тоже очень хорошо. Очень хороший заполняющий эффект он имеет. У меня были здесь некоторые проблемы небольшие, но он все подзаливал. Сейчас рама у меня в тенечке ее ставил. Тихонько уже она уже высохла, ну пусть уже так тихонько доходит, не на солнце. Это вилка моя. Так она выглядит. Цвет, кстати, очень шикарный. Так сюрли красили, сальсы, сюрли. Вот. Но может в таком духе и выберу, может какой-то другой оттенок, вот, тоже краску. Ну вот так выглядит пока. Три слоя грунтовки, дальше уже краска. Привет всем! Продолжаю издеваться над рамой своей старой стальной. Первый слой краски нанес. Использую дальше такой же баллончик двухкомпонентный. Сверху идет краска, снизу отвердитель. Это стальная рама моя для путешествий. После грунта я зачистил тысячной наждачкой. Его обработал, 800 я что-то сильно начал снимать его, поэтому решил тысячный обработал. Это первый слой, он пока весь в крапинку вот такой, очень сильно липнет хорошо краска, это радует, цвет глянец. Извините за фон, это у нас задний двор такой, поэтому где смог, там и крашу. Будет фотографию, сделаю как закончу, что получилось. Это мой первый велосипед, купленный в Германии за 67 евро, поэтому он мне очень дорог. Стальная рама, переделал только тормоза дисковые, но это я уже, по-моему, говорил, не говорил. В общем, передние и задние, потому что кантилеверы не устраивали. Но рама очень понравилась, стальная, довольно-таки толстая, да, не очень легкая, но это и не шоссейник, он мне не нужен легкий. Вот, поэтому как получится, сделаю фотографию, как закончу. Ну что, я закончил покраску в три слоя. Цвет получился, сами видите какой. Я хотел ярко-голубой, потому что рама очень тонкая и матовый цвет я не хотел. Темный тоже не хотел, но получилось, вот, получился вот такой. Доволен всем. Немного сложноваты. Это первый раз я крашу. Вот. Это вилка тоже. Паял я припоями костолин швейцарскими. Кое-какие крепления для тросов. Как там будет. А потом сфотографирую. Вот. Тоже крепление. Дисковый тормоз, первый опыт, да и, наверное, и последний, делал для себя, не для кого-то, чтобы просто продлить жизнь раме. Вот так вот получилось.